the latest meetings of uh, the Pakistani president and uh, afghan and also the uh, russian president david medvedev uh, in last august uh, has discussed the drug uh, trafficking issues in uh, in the region your visit to uh, pakistan uh, definitely has to uh, be connected to uh, what's been discussed in suchi uh, meeting uh, what have you discussed in Да, действительно, мой визит сюда, визит делегации, которую я возглавляю, имеет самое непосредственное отношение к встрече четырех президентов, которая состоялась 18 августа в городе Сочи. Более того, мы провели двухсторонние консультации с соответствующим ведомством в Пакистане для подписания соглашения о двустороннем сотрудничестве. Кроме того, целью нашего визита являлось согласование вопросов по подготовке встречи в четырехстороннем формате. Такое соглашение было достигнуто. Теперь предстоят консультации с двумя другими нашими партнерами, это Душанбе и Кабул, с тем, чтобы определиться о модальностях нашей встречи. of course you came here for uh, the main reason is to coordinate uh, with the regional powers in order to uh, put an end to this menace uh, drug trafficking menace which is affecting the whole regions and uh, your country as well uh, what the mechanism that has been uh, discussed uh, between you and the pakistani official in order to uh, validate and uh, enforce uh, the coordination mechanism Да, действительно, такой механизм, собственно, закреплен в нашем двухстороннем соглашении между Россией и Пакистаном, который предусматривает сотрудничество, конкретное сотрудничество по 10 направлениям. Я не буду их перечислять. В их числе находится обмен оперативной информацией, организация оперативно-розыскной работы по запросам одной из сторон по отношению к другой, которая позволяет задействовать весь арсенал средств при получении такой потребности с другой стороны. Также предусматриваются вопросы, связанные с образцами наркотиков, своего рода формула наркотиков, которые позволяют более целенаправленно проводить работу по идентифицированию наркотиков или нарколабораторий и вычислению мест их дислокации. Uh, undoubtedly when we discuss coordinations we have to come across the uh, joint operations point uh, have you discussed any kind of uh, future joint operations uh, between you and pakistani side and maybe involving also the regional uh, power on these things uh, of conducting a joint operations in order uh, to eradicate the uh, the rise in uh, cultivating and also uh, smuggling this uh, menace. Знаете, президенты в Сочи абсолютно точно определили направление работы международного сотрудничества по борьбе по борьбе с наркопроизводством, наркотрафиком. Причем определили организацию этой работы по всей цепочке, начиная от производства наркотиков, в данном случае возделывания и культивации наркосодержащих растений, переработки э, собранного урожая в э, более концентрированный наркотик, а также э, транзит через территорию целого ряда государств к э, потребителю. Это, собственно, и закладывает ту платформу uh, нашего сотрудничества на каждом из направлений. Uh, situations. And uh, as we all know, Afghanistan is one of the main sources of smuggling this uh, menace, uh, the drug and the other heroin and other things. Uh, in your opinion, have the United Nations troops and the NATO troops in Afghanistan, while they are uh, uh, being in Afghanistan, has made any uh, special efforts in order to uh, eradicate these cultivations and to stop trafficking? Ну, к сожалению, мы должны констатировать, что применительно к 2001 году, началу операции производства наркотиков в Афганистане, в частности опиума, возросло почти в 40 раз. К слову говоря, и по производству гашиша с прошлого года Афганистан вышел на первое место, обогнав тем самым Марокко, длительное время лидировавших по производству марихуаны и гашиша. Что следует сказать? Видимо, действительно, меры, которые предпринимаются силами НАТО, они находятся и осуществляют операцию по решению мирового сообщества, по решению Совета безопасности ООН. Мы тоже поддерживали это решение, но, к сожалению, меры предпринимаемые не только неэффективные, но и, пожалуй, ведут, по сути, к нулевому результату, а то и даже отрицательному, ввиду того, что производство наркотиков резко возросло. One of the most important decisions, resolutions has been taken in Sochi's meeting, definitely involving uh, regional uh, organizations, which has, uh, uh, you know, had to cooperate with the regional powers uh, to uh, collective efforts of. Uh, 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 fighting uh, traffic uh, drug trafficking uh, such as uh, shanghai organizations and others uh, how you validate and you uh, uh, interact with these organizations uh, uh, to form a mechanism uh, to fight this drug trafficking well, I think that if we, uh сконцентрируем усилия и НАТО, и АДКБ конструктивно на уничтожение наркосодержащих растений и лабораторий, это, безусловно, даст свой эффект. When we discuss the the regional uh, organization like Shanghai and others, and even the collective efforts of the organizations, which is uh, regional powers, which is uh, Pakistan and Afghanistan, Afghanistan is passing through a security and a political turmoil. Uh, and which is in, in definitely impact the uh, enhancement of the drug trafficking. What is the mechanism that has been discussed between the regional power and the organizational uh, uh, organizations which is in the regions in order to form a collective efforts and mechanism to fight this uh, menace? Mm -hmm. Ну, я должен сказать, что э, страны члены ОДКБ, а также исполнительный комитет э, организации ОДКБ в лице генерального секретаря, господина Бордюжи, мы неоднократно обращались к НАТО, к руководству НАТО о проведении совместных операций. Но, к сожалению, пока еще не были услышаны организации. Thank you very much. Thank you very much.